Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Привет всем трудолюбцам! Hi, my friends! Мы продолжаем наш плейлист чтения до автоматизма и двигаемся далее. Друзья мои, вы помните, мы с вами разбирали данную таблицу, и видите, там как раз не было сказано, как читается C и G. В этом уроке мы как раз про это поговорим. Итак, действительно, как читается C и как читается G? Значит, обычно C читается как К. Например, видите слово cat, cat, К. Также помню, что это закрытый слог. Видите, на согласную заканчивается, значит, как а, cat. Не cat, а cat, cat. Видите, также перед I, E, Y есть такое общее правило, то читается как «с», «с». Вот видите, русская транскрипция английская «с». Например, читаем. Видите, это открытый слог, заканчивается на гласную, но читаем как алфавите. «Най» и «с» раз перед «и». «Nice», «nice». Далее, видите, тоже как «с». «Sell», «sell». Мы говорили, что когда, видите, двойная, видите, согласные, это читается просто как обычные одинарные согласные, как л. Sell, sell. Далее смотрим. Это открытый слог. Y читается как I. А это как с. Получается сай. Cycle, cycle. То есть, это именно как с, это как обычно, в общем случае, к. Cycle, cycle. Далее, что касается G, G. Обычно читается как г. Г. Видите, слово тоже это закрытый слог. Заканчивается на согласную. Значит, как видите, как а. Flag. Flag. Оно иногда считается как G. G. Также видите перед I и Y. И пример. Видите, это открытый слог. Значит, как A, pay, G. Page. Page. А это, помним, не май и не считается. И, конечно, некоторые исключения. Видите, get, get, получать. И тоже очень нужное слово gift, gift, подарок. Это нужно просто запомнить. Друзья мои, вот это нам сейчас пригодится. Давайте потренируемся, но еще также кое-что пройдем. Вот эта комбинация, видите, sh, читается как sh, sh. Это звук транскрипции sh. Например, прочтем. Помню, что это исключение. То есть читается на конце, видите, и просто как в алфавите. Ши, ши. И далее, видите, открытый слог. Везде открытый слог. Вот здесь тренируемся как раз и читаем. Как ш получается. Шейм. Шейк. Шейп. Шейд. Shine. Далее тренируем закрытый слог. Просто значит как и. И недолго и обычно и. Так. Fish. Wish. Fresh. Ship. Shop. Еще раз давайте для уверенности. Итак. She. Shame. Shake. Shape, shade, shine, fish, wish, fresh, ship, shop. Отлично. Далее также тренируем. Комбинация, видите, SH, как Ш. Читаем. Видите, закрытый слог, поэтому как А, краткое А. Shut. Cash. Dish. Rush. Shift. Shell. Shelf. Shrug. Flash. Brush. Shop. Flash. Shed. Trash. Ship. Ash. Shrink. Еще раз для уверенности.
shut, cash, dish, rush, shift, shell, shelf, shrug, flash, brush, shop, flash, shed, trash, ship, ash, shrink. Отлично. И некоторые другие дополнительные правила. Значит, смотрите, вот такая комбинация, видите, CH, считается как ч, ч. Иногда обозначает, что это ч, но если посмотреть английскую транскрипцию, то это, видите, звук т и ш, ч, ч это более точно. Итак, прочтем. Видите, ч, далее это открытый слог, значит, как в алфавите, получается chain, и видите, перед и, значит, как дж, получается change, change. Здесь тоже, значит, ч, час. Эта комбинация, видите, ph считается как ф. Например, phone. Далее, вот еще такое правило, что если s стоит между двумя гласными, видите, как здесь, то считается как z. Вот в общем случае такое правило, что как z. Поэтому, видите, получается phase. Phase. Есть по аналогии, как z. Phrase. Phrase. И вот некоторые другие примеры. Видите, к примеру, слово. Открытый слог, как в алфавите, значит, you. А это именно тоже как z между двумя гласными. Use. Use. Здесь тоже читаем. Nose. Nose. Rose. Rose. Pose. Pose. Имейте в виду, если вдруг встретите, услышите, поэтому не удивляйтесь, вот мы с вами разобрали. Далее, и такая комбинация, видите, CK, просто как К. Например, check. То есть это как Ч, это как К. Check. Deck. Отлично. Давайте с вами теперь перейдем к дополнительной практике. Потренируем читать, как читается, видите, C, соответственно, в открытом слоге. В открытом слоге. Так, давайте, значит, помним, что перед, давайте повторим, откроем еще раз, то есть перед I и Y как с, а так обычно просто как к. Давайте прочтем. Итак, place, видите, перед и, значит, как с, place. Далее читаем. Case. Face, space. Далее, видите, опять правило действует, что если между двумя гласными, то как z здесь. Close, close. Многие оглушают, но оглушать это большая ошибка, поэтому не оглушайте. Close. Далее. Race, crime. Nice. Cable. Scale. Ice. Cry. Twice. Еще раз в ускоренном режиме. Place. Case. Face. Space. Close. Race. Crime, nice, cable, scale, ice, cry, twice. Далее также тренируем с буквы C открытый слог. Sight, cycle, cake, pace. Rice, trace, scope, cope, grace, slice, cave, cute. Отлично. Далее тренируем букву C, но в закрытом слоге.
Потом будет все вместе, но пока так, для удобства. В закрытом слоге букву C. Итак. Can. Далее помню, что эта комбинация как К. Поэтому получается back. Back. А эта комбинация CH как Ч. Получается much. Much. Fact. Black. Such. Cut. Cost. Cup. Cap. Act. Rock. Sell. Еще раз. Can. Back. Much. Fact. Black. Such. Cut. Cost. Cup. Cap. Act. Rock. Sell. Отлично. Далее. Rich. Stick. Lack. Club. Neck. Chest. Cat. Kick. Check. Chip. Cop. Lock. Pack. Reach. Stick. Lack. Club. Neck. Chest. Cat. Kick. Check. Chip. Cop. Lock. Pack. Shock. Block. Crop. Buck. Switch. Clock. Bunch. Branch. Match. Track. Bench. Deck. Shock. Block. Crop. Buck. Switch. Clock. Bunch. Branch. Match. Track. Bench. Deck. Crash. Crack. Pitch. Brick. Patch. Cross. Stretch. Duck. Strict. Click. Chin. Scan. Pack. Crash. Crack. Pitch. Brick. Patch. Cross. Stretch. Duck. Strict. Click. Chin. Scan. Pack. Clip. Cab. Catch. Sock. Crush. Stack. Sack. Chunk. Chill. Disc. Clip. Cab. Catch. Sock. Crush. Stack. Sack. Chunk. Chill. Disc. Отлично.
И дополнительная практика на букву G. Значит, открытый слог. Читаем. Game. Age. Change. Page. Stage. Huge. Range. Grade. Strange. Gate. Gene. Game. Age. Change. Page. Stage. Huge. Range. Grade. Strange. Gate. Gene. Gaze. Grave. Grace. Rage. Cage. Globe. Grape. Gaze. Grave. Grace. Rage. Cage. Globe. Grape. Теперь тренируем букву G, но закрытый слог. Итак, читаем. Big. Dog. Gun. Leg. Gas. Egg. Grab. Golf. Gap. Glad. Flag. Dig. Big. Dog. Gun. Leg. Gas. Egg. Grab. Golf. Gap. Glad. Flag. Dig. Bag. Pig. Grip. Hug. Gym. Green. Bug. Bag. Gut. Tag. Fog. Bag. Pig. Grip. Hug. Gym. Green. Bug. Bag. Gut. Tag. Fog. Отлично. И в заключение небольшое, но очень важное правило. Видите, это вот эта комбинация в конце слова. Видите? N и G считается как просто как N. Носовое N. Обозначается вот так в транскрипции. Носовое N. Видите? То есть это не long. Это не long. Это lon. Lon. Просто lon. Видите, на конце это как раз, видите, буквы не произносятся. Просто N. N. Лон. Далее по аналогии. Strong. Son. Spring. Sin. Rin. Win. Swin. Lun. Gan. Clean. Kin. Еще раз в ускоренном режиме. Lon. Strong. Son. Spring. Sin. Rin. Win. Swin. Lun. Gan. Clean. Kin. Друзья мои, отлично. Просто прекрасно. Значит, мы с вами разобрали, значит, в рамках нашего плейлиста
открытый слог, закрытый слог, различные правила чтения, комбинация. Друзья мои, впереди, значит, мы с вами будем еще раз посмотрим разницу как раз закрытого и открытого слога в сравнении. И далее запланированы объемные контрольные работы как раз на этот весь материал. Повторяйте уроки в рамках нашего плейлиста. Thank you very much, my friends. Good luck.